Здорово, подписаты. 2 мая 21 года, Пасха. Всех с Пасхой. На пожрать у Женечки будет в 9 утра, в 9:10. Только открылся KFC. Молочко. Пасха. Шеф-бургер. Чизбургер. И вот эта хрень, забыл, как называется. Ну, давайте запишем нарезочку. А, надо открыть. Не знаю, микро будем как-то вот так. Блядь, ой. Упала нечаянно. С нами сегодня KFC. Лонгер. Молочко. Чизбургер. Молочко. Лук забыл. И Пасха. Ням-ням. Пойдет нарез. Шел, короче, в магазин. В гипер. Думаю, что пожрать без сегодня на обжор. Блин, короче, этот маленький лонгер не нравится мне. Я забыл, что он мне не нравится. Так это, шел в магазин, вспомнил Пасха, думаю, надо сожрать хоть кулич. А я люблю, хотел вообще сделать, проапгрейдить его, поняли, пасхальный сэндвич сделать, но я сейчас думаю, это, наверное, не очень будет хорошо. Чизбургер, топчик, топчик, чизбургер, ням-ням. Вот самое офигенное, это чизбургер, не реклама. Вкусняшка. С молоком, кстати, ни разу не пил их. Короче, с молоком всегда любил, знаете что? Батончик. Либо это. Сладкая есть такая, знаете, как называется? В хлебном продается. Короче, она посыпанная пудрой сахарной. Ну, вкусно. С молоком топ. Шеф-бургер. Ням-ням.
Слушай, он перченый. Наверное, нажал нечаянно, там же есть простой. Вкусняшка. В любом случае топ, топ, только чизбургер топ. Конкретно с какой стороны топ? Цена-качество. Сегодня погода отменная. Солнце. Семь минут вещаю, уже сожрал три позиции. Живот уже полный, Пасха не лезет. Ну мы откусим несколько раз. KFC я люблю. Какие-то зеленые цукаты. Короче, с детства я не понимал, зачем делать такой большой. Почему бы его не делать в два раза меньше, чтобы было прикольно есть его. Потому что он сладость вся наверху. А вы знаете, он вкусный, короче, буквально первый день. Потом вообще он ни о чем становится. Вот эта ассоциация у меня с этими пасхами. Полный холодильник завален этими куличами, конфетами какими-то дешевыми, карамельками. Плюс бывало такое... Все в пакетах в этих, блядь. Хороший завтрак. Мне нравится. KFC всегда у меня самый любимый ресторан быстрого питания. Молоко редко пил, но вот сегодня вспомнил. А почему вспомнил? Потому что куличи всегда с молоком пил. Ребят, ну я наел. Давайте. Много не бухайте, не поминайте. Удачи.